Привет, ребят, с вами Илья, и это новое видео с темой мобильной игрушки Fortnite. Сегодня будет у нас футбол, новые примочки и многое другое интересное. В общем, поехали. Начнем с того, что сейчас в игре добавили много плюшек, связанных с футболом, и это выглядит здорово и реально очень актуально. В игре добавили новые футбольные экипировки и снаряжение, и за это разработчикам респект. На самом деле, я думаю, фанатам футбола такое понравится, и этим разработчики реально просто круто выделились. Также в новой обнове еще добавили клевую примочку, а именно такую бомбу-вонючку, и теперь мы защищаем помещение с помощью этой бомбы в королевской битве, или вовсе можем крушить всех подряд, играя за нового конструктора в таком сражении с бурей. Кстати, новый перс реально очень круто прорисован, поэтому разработчикам опять же большой респект. Также, как всегда, разработчики еще порадовали нас оптимизацией, они поработали и стараются на самом деле выжать из игры просто максимум, и чтобы она даже на слабых девайсах шла на ура, поэтому если у вас слабый телефон, то можете новую обновочку уже сейчас затестить. Ну а так, на этом пока что все на сегодня. Ребят, Go Lucas за такую инфу, и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в теме новиночек. Также нажмите еще колокольчик, чтобы все было прям по красоте, и я реально надеюсь на вашу поддержку. В общем, все, прощаемся, до скорых встреч и пока.